Всем привет, меня зовут Марк Шишлёв, лейбл Control. С 2011 года я делаю международный фестиваль трип-хоп-музыки Meta Galaxy. Этот фестиваль проходил в Челябинске 2 раза, и в прошлом году мы сделали большое событие в городе Санкт-Петербург. И фестиваль из года в год объединяет вокруг себя десятки трип-хоп-коллективов со всего мира. Мы имеем хедлайнеров из разных городов и стран, имеем авторитетное жюри, и многие коллективы приезжают ради того, чтобы в течение 15 минут показать себя и свою музыку. Но у фестиваля есть обратная сторона, это его финансовая составляющая. Проблема в том, что подобные мероприятия, они очень тяжело окупаются. И именно сегодня я хочу рассказать, почему в этом году фестивалю нужна будет ваша поддержка. Мною уже найдено определенное количество партнеров, которые постоянно работают вместе со мной для того, чтобы сделать Meta Galaxy еще лучше. Но этого недостаточно для того, чтобы проводить хорошую пиар-компанию, для того, чтобы снимать лучшие залы и иметь лучший звук. Поэтому я обращаюсь к вам. Имеет ли место быть фестиваль в нашей стране? Заинтересованы ли вы в том, чтобы фестиваль был в 2015 году? Если каждый из нас сделает шаг, то вместе мы можем сделать фестиваль большим и значимым. Мне кажется, Meta Galaxy может стать очень хорошей почвой для развития наших команд, для развития отечественного трип-хоп движения. Если вы не согласны со мной и не видите никакого смысла в проведении Meta Galaxy фестиваль в 2015 году, то буду благодарен за обратную связь. Если вам нравится эта идея, то прошу поддержать проект. Вместе мы сделаем очень большие вещи. В этом году проект состоится снова в городе Санкт-Петербург. Нам необходимо 120 тысяч рублей. Получается, после вычета всех налогов НДФЛ и комиссии сайта, у нас получается 92 тысячи рублей. И эти деньги мы направим на аренду площадки в городе Санкт-Петербург. Мне меньше всего хочется, чтобы фестиваль Meta Galaxy в этом году завершил свое существование. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку. И вместе мы сможем создать большую платформу для развития трип-хоп-музыки в России. Мы преодолеем километры. Спасибо вам большое.